Здравствуйте, Ольга, ваш вопрос. После зала суда небесного человек вспомнил и покаялся еще в одном вопросе. Как поступить? Снова прийти в небесный зал суда или считать суд выигранным? Дело в том, что когда есть напоминание Божье, и мы уже отдали в зал суда какое-то дело, я не буду в данном ответе сейчас много об этом говорить, потому что для этого есть проповеди, зал суда или новые возможности. Но мы не ходим туда, вот так скажем, каждый день, с каждой молитвой. Ну, хотя у нас возможность такая, безусловно, есть. Но это более такие сконцентрированные вещи. Поэтому если вы для себя обнаружили, что что-то вы вспомнили, нет проблемы. Вы передаете туда еще один факт вашего покаяния, вашего признания, либо вашей веры, на чем она зиждется. Поэтому здесь... все гораздо проще. Нам надо понимать, что мы с Богом имеем отношение каждый день, а Он судья, и Он законодатель, и Он отец. И поэтому можем сказать: Господь, вот еще я это вспомнила, я хочу сейчас этот вопрос решить с Тобой. Будьте открыты с Отцом Небесным, как с Отцом. Поэтому благословение вам и официальные позиции, когда приходится нам в них входить, то тогда, когда мы решаем более что-то кардинально, и когда нам надо поставить врага рядом и сказать ему о том, какое решение мы с Богом сейчас озвучиваем. Мы говорим наши аргументы, а Бог дает нам свое оправдание. Благословляю вас и будьте уверены в своем Отце. Всего доброго. До свидания.